Есть какой-нибудь твой любимый отрывок? Uzundur bu yollar, gidenin gözü kara. Спасибо большое. А можешь суру прочитать какую-нибудь? Клянусь Аллахом. Да простит меня Аллах. Сказать честно, не знаю. Можешь спеть отрывок? Маленький. Leyla, Leyla, sana git diyemem. Скажи что-нибудь. Yalan söyleme, gözlerime bak, gözlerime bak. А другой не знаю. Хорошо, можешь одну суру прочитать? Бисмиллахиррахманиррахим, альхамдулиллахиллахим, валабдамин. Хватает, не знаю, мужик. Можешь исполнить какую-нибудь песню? Чаурашахамын, далаллахамын. Все, мужик, хватит. А можешь суру прочитать нам? Прочитай суру. Суру, что такое? Мужик, честно говоря, я это не знаю. Какой жанр любишь? Ну, в основном это драматичный. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. А можешь прочитать дуа или суру какую-нибудь? Дуа или суру? Нет, не могу. Я мусульманин, альхамдулилля. Я не предаю сотоварища Аллаху. Он велик, этого ни в коем случае нельзя делать. И нельзя отчаиваться в милости Аллаха. Да, я люблю делать шукр, терпение проявлять. Терпение — это красивая вещь, но нет. Можешь исполнить свою любимую песню? Ağlatır nam bizi mele varır sağlam şeker söyle kaymak söyle bal söyle. А можешь прочитать суру? Конечно. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Можете исполнить отрывок вашей любимой песни? Не могу вспомнить слова. А можешь прочитать суру или дуа? Да, могу. Альхамдулиллахи раббил алямин, ар-рахманир-рахим, малики яумиддин, ийяке на'буду ва ийяке нестаин, ихдинас сиратал мустаким, сиратал лязина ан'амта алейхим, гайрул магдуби алейхим ва лад-даллин. Когда я был маленький, я шел на джума. А сейчас мир изменился, и мы изменились. На самом деле, да простит Аллах. Я не могу сказать, что счастлив своим положением. Мои родители, да будет доволен ими Аллах. Они никогда не пропускают утренний намаз. Они постоянно совершают намаз. А мы, я не знаю, как сказать, уже период невежества наступает. Я не знаю, как по-другому сказать. Астагфируллах. Просто мы должны большее значение придавать. Ту значимость, которую мы даем музыке, не можем дать таким вещам. Мы можем это выложить? Да, конечно, можно, астагфируллах. Я буду счастлив, если вы поделитесь. Мы можем поделиться? Да. Спасибо. Арда, у нас есть тут свое здание на университетской улице. Четырехэтажное здание. Когда один день закончится пандемия, приходи, выпьем чаю. Хорошо, брат, спасибо, я приду. Тебе спасибо, Арда, я рад знакомству. Дослушайте до конца, дорогие братья и сестры. Ночь предопределения приравнивается к 83 годам. Только представьте, если мы в эту ночь пожертвуем 20 рублей, то нам запишется, как будто мы в течение 83 лет каждый день давали 20 рублей в качестве милостыни. И даже больше. В последние 10 дней Рамадана мы должны как можно больше проявлять усердие. Не упустите эту ночь. Эта ночь кроется среди последних 10 ночей Рамадана. 10, 20, 50 рублей для многих из нас – это мелочь. А вот для некоторых она приравнивается к богатству. Не упускайте этот Рамадан. Я мауна, я мауна.